Запоріжжя стало одним з 11 міст, де запрацював пілотний проєкт «Е-малятко». Він має значно спростити процедуру отримання документів для новонародженої дитини. Зазвичай батькам потрібно зібрати близько 37 довідок. Тепер вони мають заповнити лише спеціальну анкету і отримати документи безпосередньо у пологовому будинку. Повністю оцінити переваги такої системи можна буде за тиждень. Проєкт стартує 11 січня. Приезжая в определенное время, будет заполнять, это будет работник ЦНАПа делать, вспомнив со слов мамы, потому что те данные, которые она будет говорить, только родители знают, специальную анкету разработанную. После того, как будет заполнена эта анкета, она вводится в систему, и дальше уже автоматически путем вытяга из определенных баз данных, которые существуют в государстве, будут готовиться эти нормативные документы для выдачи родителям. Родители в состоянии будут получить весь пакет документов, я подчеркиваю, весь, включая и социальные надбавки, и оформление гражданства ребенка, и регистрацию ребенка, получение паспорта ребенка.